Всем привет, с вами Пандора, и вы на моем канале. И со мной сегодня Симба, и вы просто сейчас не представляете, что сейчас произошло. По телевизору только что показали, что сейчас наступает опять зомби-апокалипсис, только уже новогодний. Поэтому сейчас мы быстренько будем делать скин, будем как-то спасаться от зомби. Вот, кто не смотрел целый плейлист про зомби-апокалипсис, обязательно посмотрите. Там есть целый просто плейлист. Вот. Это просто ужас. Скоро уже Новый год, а тут, понимаете, зомби-апокалипсис в Брукхевене. Но это просто ужас, серьезно. Итак, давайте я буду делать сейчас скин. Я, в принципе, его уже сделала. Давайте возьмем оружие на всякий случай, знаете, чтобы было безопаснее. Так будет лучше, знаете, комфортнее. Вот, давайте сейчас... улучшаем свое оружие. Вот такой вот у меня дробовик, посмотрите, зацените его. В принципе, я уже буду спускаться в подвал, в гараж, потому что там моя машина. И сейчас, собственно говоря, в доме будет немного небезопасно. Вот, я думаю, в машине будет намного безопаснее, чем в доме, потому что в дом они все равно проломятся. А вот в машине нас будет очень сложно догнать, поэтому я думаю, что пока что самое безопасное это машина. Просто посмотрите, уже зомби возле дома ходят, ё-моё. Я не думала, что они так быстро доберутся. Ужас просто. Ну что ж, все, давайте точно уже спускаемся, уезжаем. Где Симба? Симба куда-то пошла наверх за вещами, видимо. Так, давайте ждем Симбу. И просто нам нужно сейчас уезжать по-быстрому. Давай, Симба, садись. Все, погнали, гоним. Давайте открываем гараж. Там вроде бы никого не вижу пока что. Но я думаю, уже там все на подходе. Уже просто посмотрите, сколько зомби. Посмотрите, сколько зомби, ё-моё. Фух, все, удираем по-быстрому. Ужас просто. Ужас. Так, нужно еще ехать аккуратно. Еще, понимаете, на дорогах скользко, очень на поворотах нужно прям аккуратненько ездить, потому что, посмотрите, нас только что как завернуло. Ужас просто. Так, давайте мы сейчас найдем то место, где мы сейчас переждем, так скажем, бурю зомби-апокалипсиса. Просто посмотрите, что с центром Брукхевена. Ужас. Сколько заброшенных машин люди побросали. Посмотрите, и Кадиллаки, и Ламборджини. Все, что хочешь. Тут есть банк заколоченный. Но, хотя, вот смотрите, электричество в городе есть. Очень, между прочим, интересно это. Свет везде горит. Вот, ну, дома, конечно, очень жестко, знаете, побитые, без окон, заколоченные деревяшками. Видимо, может, люди там тоже какие-то прячутся в шкафах, я не знаю, в каких-то подвалах у себя. Вот, ну, а мы давайте вот на этой заброшке, я думаю, перекантуемся. Я думаю, здесь, в принципе, достаточно безопасно. Это за городом. И плюс возле нас море, так что мы можем спокойно, быстренько уплыть на лодке. Вот, ладно, давайте тут проезжать не будем, а то еще застряну на своей машине. И потом вообще не выйдем, если вдруг зомби придут. Ну все, давайте паркуемся как-нибудь, чтобы нам потом было легко уезжать, если вдруг сюда придут, чтобы мы прям бежали быстро. Вот, давайте сделаем сейчас здесь склад какой-то, оружие, и плюс можем тут перекусить, чтобы, знаете, не быть голодными. Вот, давайте, Симба сейчас будет заколачивать окна, а я буду ставить коробки, чтобы мы могли там прятаться, если вдруг они сюда придут, чтобы нас не нашли хотя бы здесь, потому что вдруг у нас не получится убежать, но хотя бы мы спрячемся в коробках. Вот, у нас есть оружие. Если что, знаете, вдруг у нас запас закончится, вот, то здесь можно будет взять оружие, это очень-очень важно. Вот, в коробках здесь можно прятаться, и плюс в коробках у них, я думаю, не такая ориентация будет, типа, они посмотрят, типа, тут склад, тут никого точно не будет. Какая-то заброшка и все. А мы будем сидеть здесь в коробках. Вот такие вот мы, да? Вот, Симба вот заколотила окна. Реально очень похоже на какой-то заброшенный дом. Правда, здесь оружие. Ну, ладно, я думаю, зомби, они же без мозгов, поэтому я думаю, они не поймут. Вот, смотрите, дробовик мой какой. И еще обычный пистолет у меня есть. Я думаю, с оружием все окей. Вот, ну что ж, мы прям на боевой готовности. Ну, давайте выходить отсюда, потому что сейчас, может быть, знаете, куда мы пойдем? Слетаем с высоты, может, на вертолет сядем, или же возьмем сани Деда Мороза. В общем, сейчас посмотрим, как все будет, как будут события развиваться. Вот, поэтому давайте пока что съездим вот через эту же улицу, через какую мы и ехали. Поэтому давайте поднимаемся. Просто реально скользко, машина еле поднимается. Я вам серьезно говорю, ужас просто. Снегу навалило, еще и зомби поприходили. Ну вообще какой-то трэш.
Так, ну давайте вот тут аккуратненько еще спускаемся. У меня, посмотрите, в доме лазер, и у меня лазер срабатывает. Вот, в правом верхнем углу возле значка «Гараж» вы видите, что там лазер написано и так далее. Это просто, просто ужас, понимаете? Это оно показывает, когда через лазер проходит какой-то человек и сразу же показывает ник человека. То есть, смотрите, зомби, серьезно, проходят через лазер, значит, они где-то у меня в доме. Поэтому... В принципе, я думаю, они нас ищут в доме, но нас в доме нету, слава богу, и мы просто катаемся здесь по городу, пытаемся как-то, знаете, объехать эти все машины заброшенные, потому что, ну, это серьезно, не очень удобно объезжать, знаете. Так, нужно хотя бы наш Кадиллак тут не потерять, он, в принципе, закрыт, я думаю, его никто не угонит, я, по крайней мере, на это надеюсь. Я надеюсь, его никто не собьет, потому что это адекватная машина моя. Самое нормальное, поэтому вот, да. Давайте посмотрим на это все с высоты. Это просто ужасно смотрится, посмотрите. Посмотрите просто, что случилось с нашим любименьким Брукхевеном. Кстати, ребятки, хотела сделать еще небольшое объявление. Кто любит играть в ММ2, кто любит играть и смотреть ММ2, то у меня на канале есть целый плейлист про ММ2. Обязательно посмотрите. Там достаточно много видосиков. Я думаю, вам будет очень интересно. Просто посмотрите. Вот мой дом, и там склад Симбы. Там вон машина поехала вниз туда. Ужас просто. Посмотрите, все заброшенные дома, окна заколачены. Ужас. Посмотрите, зомби вон ходят, и просто они обходят мой дом. Я думаю, в дом нам, конечно же, не пройти. Нужно как-то будет у Симбы там в бункере спрятаться, или же в каких-то из этих складов чьих-то. Вот. Посмотрите, и тут ходят, везде ходят эти зомби. Я не знаю, что с ними делать. Может, как-то, знаете, мы высадимся на острове. Я думаю, там достаточно, в принципе, безопасно. Там кладбище тоже ужасно все заколочено. Я не знаю, ужас какой-то просто происходит с Брукхевеном. Скоро Новый год, а тут вот такой вот капец происходит. Посмотрите на небо, оно просто зеленое. Ой, ну я не знаю, какие слова еще подобрать. Так, там у нас заброшенный дом, где мы склад сделали. Ну вот, вы просто еще посмотрите своими глазами, что произошло с Брукхевеном. Ужас. Вот опять посмотрите, кто-то ходит через мой лазер. А лазер я оставила на входной двери и в гараже. То есть вы когда смотрели, когда мы уезжали из дома, там был лазер. И, видимо, туда-сюда они ходят, понимаете? И лазер их считывает. Вот, ну и, естественно, показывает ник зомби. Вот, смотрите, сколько их ходит. Я не знаю, тут человек 7, наверное, шагают у нас возле дома. Симба постепенно, знаете, когда мы летим, гранаты скидывает. Вот, ну, чтобы хотя бы их как-то меньше стало, потому что, ну, зомби, серьезно, очень много развелось. Вон, кто-то, смотрите, вертолет берет. Это просто ужасно. Нам нужно быстренько садиться, потому что нас сейчас в воздухе догонят. Нам нужно быстро пересаживаться сейчас на машину, на Кадиллак наш. Все, и быстро удираем. Ой, зомби, господи, он телепортнулся, капец. Так, проезжай, проезжай, пожалуйста, Кадиллак. Господи, проехали. Давай, пожалуйста, убыстряйся, ускоряйся. Все, слава богу, мы удрали, я думаю. Нужно будет куда-то на море поехать, знаете, что я думаю. И куда-то на остров заныкаться. Вот, но только сейчас мы не с этой стороны, чтобы, знаете, а вот сейчас объедем чуть-чуть. Вот, чтобы тот зомби хотя бы след наш не взял, а то будет реально ужасно. Так, ну и здесь, смотрите, перекантуемся. Сейчас поставлю лодку, машину я трогать не буду, лодку поставим и сейчас уплывем куда-то на остров. Ну или же пока что поплаваем. Я думаю, они, скорее всего, не догадаются, что мы можем быть на лодке, на озере, точнее в море. Озеро как бы у нас там, где яхта находится, а это море. Вот, я думаю, нас не найдут. Так, Симба, подожди, куда ты уплыла без меня? Так, все, садимся. Ну что ж, поехали. Мы взяли полицейскую лодку, она достаточно быстрая. Вот, и можем взять мигалки, вдруг они будут отпугивать зомби. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот, держите за нас кулачки обязательно. Ну а также пишите в комментариях, смотрели ли вы целый плейлист зомби-апокалипсиса. Вот. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, серьезно. С этого и началась вся история, с первого зомби-апокалипсиса. Так, ну что ж, море, фух, серьезно, море нас сейчас спасло. Давайте, я думаю, мы заземлимся на этот остров. Я надеюсь, здесь достаточно будет безопасно. В принципе, островов здесь достаточно много с разных сторон. Поэтому, я думаю, они и догадаются, на каком именно мы острове.
Поэтому я думаю, все будет окей. А хотя давайте, ладно, не на тот остров, а давайте, знаете, куда? Вот там, вот напротив фермы, на дальний остров. Я думаю, прям там вообще будет топчик. Мы достаточно сейчас много объехали уже. Я думаю, за нами хвоста нету, и все будет окей. Так, ну что ж, мы уже почти приплыли, ребятки. Я все равно сижу, смотрите, с оружием, знаете, такая на подготове. Вдруг там сейчас на суше какой-то зомби будет, я в него вот так вот пах-пах-пах, и все. И все будет отличненько. Так, ну что же, смотрите. Вот такой вот у нас вид, я пока что там никого не вижу. Там ферма. Так, ну что ж, Симба почему-то не приземлилась на том острове, ладно. Может быть, мы на следующий поплывем. Короче, это уже не важно. Давайте, ладно, на тот остров уже точно. Я думаю, уже точно за нами хвоста нету. Фух, мы уже капец как устали вот это вот удирать от зомби. Нужно как-то от них спасаться. Нужно будет почесать, знаете, в другой город. Например, в Лайфтопию, я не знаю, куда-то. Улетим сейчас на самолете. Хотя я сомневаюсь, что самолеты работают. Ну, возьмем вертолет или же сани. И я думаю, все будет окей. Так, лодка остается здесь, а мы сейчас здесь раскроем мини-лагерь, типа поставим палатки, чтобы можно было переночевать. Я надеюсь, нас не найдут, поэтому держите за нас кулачки. Так, смотрите, опять лазер считывает людей, которые ходят в моем доме. В моем доме просто, видимо, кишит зомби. Это просто ужас. Я не собрала ни вещи, ни еды у нас нету, просто ничего. Магазины не работают. Там все, понимаете, взорвано, разобрано, и там просто пусто, там один весь хлам от зомби остался. Ну, короче, остров пока что наше единое спасение. Вот, я не знаю, что серьезно делать. Фух. Так, Симба подожглась. Симба, и я тоже подожглась. А я не пойму, почему огонь не тушится в воде. Очень интересно, согласитесь. Так, клуб Брукс открылся. Брук. Ну, он, конечно, сейчас нам не особо нужен, я вам так скажу. Вот, потому что мы как бы на необитаемом острове, спасаемся от зомби. Так, давайте поставим на всякий случай еще с этой стороны лодку, потому что мало ли. Смотрите, опять лазер считывает людей, они просто там ходят в моем доме, туда-сюда, туда-сюда. Симба тоже говорит, что у нее тоже в доме постоянно считывает лазер, это очень-очень плохо. Так, давайте поставим, знаете какую, военную вот эту вот лодку. Вот, я думаю, она отличная. Так, мне кажется, или там кто-то плывет, посмотрите, вдалеке. Подождите, мне кажется, или... А ну-ка. Реально, посмотрите, там плывет вроде бы парус. Нужно просто сейчас уплывать. Мне кажется, нас заметили, ребят. И вот кто-то плывет, зомби. Смотрите, зомби плывет. Ребят, нас нашли, нас нашли. Нужно просто удирать сейчас от них. Так, скорость пишет 70 на максималочке. Все, просто удираем. Почему-то мы какие-то медленные, мне кажется. Посмотрите, нас парус догоняет. Посмотрите, ну просто за нами уже целая погоня. Там человек плыл. Ой, человек, господи, зомби. И вот, посмотрите, на катере кто-то плывет. Просто они, видимо, решили исследовать море. Исследовать все острова, и это просто серьезно ужасно. Посмотрите, за нами целый хвост. Я не знаю, как нам сейчас удирать. Мы как-нибудь сейчас будем удирать. Вот, конечно, из-за мигалок нас, наверное, видно, но мало ли, они их немного испугают. Короче, ребятки, придумаю вам сейчас план. Мы с Симбой только что договорились, что мы сейчас, знаете, быстренько на сушу там, вот, смотрите, катер рядом, нужно будет подальше на сушу, смотрите, давайте быстренько сейчас на сушу, просто быстренько на сушу, и сейчас, знаете, что мы делаем? Так, давайте еще, вот тут давайте приземляемся, все, быстренько, Симба сейчас ставит машину, и мы просто убегаем сейчас, просто сейчас, давайте я беру гироскутер, так, там уже высадились уже с топорами бегут, смотрите, с топорами, Симба, гони, меня не взяли, ребят, помогите, так, все, я на гироскутере, если что, я убегу, я в любом случае на нем быстрее, чем зомби. Так, все, садимся, быстрее, Симба, давай, садимся. Симба, газуй, потом покрасишь машину. Газуй, просто посмотрите, за нами зомбар бежит. Ужас, мы еле удрали просто. Если бы он сел в машину, мне кажется, нам бы был капец. Ну все, ребятки, мы уже немного успокоились. Сейчас нам нужно будет как-то проникнуть в наш бункер, точнее, в бункер Симбы. Ну, Симба, значит, и мой бункер, по сути. Вот, посмотрите, машины везде заброшенные. Ужас. Просто коробки везде, какой-то хлам. Бедный Брукхевен. Ну что ж, давайте делаем круг. Опять делаем круг, потому что там мы решили не поворачивать, потому что там зомби. В общем, едем на нашу базу. Сейчас там как-то, конечно, я не знаю, лазеры считывают. Там зомбарей капец как много. Вот, посмотрите, вот даже стоит, смотрите. Все, давайте, заезжаем быстренько, и нам просто нужно сейчас пулей, знаете, заметнуться в этот бункер.
Так, так, все, давайте. А ну-ка, стреляю, все, погнали, погнали. Куда ты села? Куда ты села? Потом отдохнешь. Все, быстренько закрываемся. Все, ребятки, мы в бункере. Тут мы точно в безопасности. Сейчас будем звонить в службу спасения. В общем, ну а вы обязательно поставьте сейчас лайкосик на этот видосик, ставьте колокольчик, подписывайтесь на мой канал. В общем, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Это просто какой-то ужас, ребят.